Всем привет! Сходили в магазин, купили пачку кофе Лавацца по акции. Был 210, да? 49 рублей английский хлеб с этими, с орешками, с семечками. 31 рубль с чем-то это батон. Пироженки. Пироженки почем были? 26. 26 рублей эклерчики. Вот. 5 штук взяли чаю. Ну и с хозяйственной прокладки. Все. Сегодня делаю блиночки на кефире. Это на пол-литра кефира нужно щепотку соли, 2 столовых ложки сахара, 250 грамм муки, чайную ложку, даже пол чайной ложки разрыхлителя, но у меня разрыхлитель не оказался, я добавлю соды и 2 яйца. Вот, вроде все сказала. Растительное масло, столовую ложку буду добавлять в тесто. Сейчас я поставила на газ кефир, немножко его подогрела, добавила щепотку соли и 2 столовых ложки сахара. Кипятить не надо, только до парного молока она говорит. Сейчас немножко еще остынет, я добавлю туда 2 яйца. В муку добавляю разрыхлитель, в моем случае соду. Что там еще идет? И все это смешиваю с кефиром. И в конце добавляю растительное масло, столовую ложку. Все. Все ингредиенты все перемешали. В конце добавили растительное масло, столовую ложку. Греем сковородку. Добавила маслица туда. Сейчас нагреется, будем выпекать блины. Вот такая консистенция получилась. Выпекаю я блиночки. Вот такие вот они получаются. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Какой план? Можно сделать сладкие, можно чем-то начинить, кто что любит. Сегодняшний обед. Отварила рис я с куркумой. Бедро куриное видео. И делала еще рыбу под шубой вчера. Все доедаем. Всем приятного аппетита. Кто сейчас обедает, ужинает, может быть. На ужин сегодня хочу приготовить свинину. У меня шея. Я ее нарезала такими вот стейками. Сделала надрезы небольшие с двух сторон. Выложила все в пакет. И сейчас я ее замариную. Посолю. И добавлю специи для свиного мяса. У меня вот такие камис. Все перемешаем. Можно добавить еще паприки, кто любит. Сейчас я посмотрю. Паприка копченая, вот такая у меня есть. А мне еще, наверное, сейчас посмотрю с карикой. Может быть, тут что-то есть. Thank you.
немножко прям добавлю паприки копченой. И все перемешаю. Ставлю маринад. Пока сейчас на гарнир отварю картофель. Вот, и потом все запеку в духовке. Где-то минут 35 примерно. Маринуется. Так, это. Все. Начистила картошки. Нарезаю ее на 4 части. Средненькую. Вот так. В воду, в кипяток. Сейчас подсолю немножко попозже. Картошку что-то в этот раз неудачно какую-то купила. Постоянно подрезаю ее черные пятна. Вот. Сейчас до полуготовности, где-то минут 10-15. И выключу. Солью и положу в емкость для запекания. Вот так вот. Немножко попозже посолю. Сейчас, пока картофель варится, я займусь этими, как они называются, блинами. Поджарила я лук и немножко положила вареной курицы. Для блинов. Сделаю начинку для блинов. Вот. Сейчас надо взять ложку. Или вилку лучше. Вилка. Этот вот маленький у меня последний блинчик. Чуть-чуть положу. Ай, малюсенький какой же. Вот так вот. Сколько хватит начинки? И заморожу. Утром на завтрак. Погрею в микроволновке. Или у кого есть время, можно в духовке погреть. Вот. Так, вода закипела. Сейчас нужно засечь время. Можно еще добавить в этот, как его, 15 минут поставлю. Можно немножко добавить майонезику. Начинку. Чуть-чуть. Чтобы не так сухо было. Так, сейчас сделаю все блиночки. В этот раз блиночки у меня на кефире. Можно сделать несколько пакетов. Я по 6 штучек сделала. Так, вот таким образом. И в морозилку. Я скрутила. Вот так вот. И тоже в морозилку положу. Если будет какая-нибудь начинка, сделаю с начинкой. Если нет, то просто сладкие. С джемом, с вареньем на завтрак. Мариную печень.
У меня есть куриная печень, я вот ее намыла. Сейчас я ее порежу, отрежу все ненужные места, так скажем. И где-то примерно на 4 части вот так я ее. И в пакет тоже для заморозки сделаю сейчас маринад ей. Вот. И через полчасика беру в морозилку тоже. Так сделаю сейчас всю печень. Приготовила форму, спрыснула ее растительным маслом немножко, зажгла духовку на 200 градусов, режим традиционный. Теперь выкладываю несколько кусочков свинины маринованной. Картофель у меня уже сварился, я его посолила и воду слила. И сейчас буду выкладывать поверх картофеля, этого мяса. Разравниваю. Можно положить кусочки сливочного масла. Сверху еще немножко сбрызну растительным. Можно и то, и то. И еще посыплю розмаринчиком. Так вот. Сейчас нагреется духовка, поставлю на 35 минут при температуре 200 градусов. Печень я нарезала, положила в пакет. Добавляю где-то чайную ложку соли. Так вот. И добавлю приправу курочки. Такая вот камес у меня. Можно добавить любых специй, какие вам нравятся. Так вот. И все перемешаю. И через 30 минут уберу в холодильник. Духовка у меня нагрелась. Ставлю картофель со свининой. Закрываю. И выставляю на 35 минут. Вот так. Смотрите по своей духовочке, потому что мясо очень тонкое у меня, оно быстро сготовится, а картофель, он почти готов уже. На 30 минут на звоночек себе поставлю. Вот, все. Будем ждать. Вот такой картофель у меня получился с мясом. Вот. Стоял ровно 35 минут. Так немножко поджарился. Но если хотите еще сильнее, можно еще. Телечки не видно.